Шанс для талантливых и перспективных в стране запустили третий сезон конкурса управленцев «Лидеры России». За 10 дней регистрации уже 100 тысяч заявок, что подтверждает интерес к системе социальных лифтов. Конкурс создан, чтобы дать начинающим специалистам возможность проявить себя в реальных условиях в масштабах крупных компаний и даже всей страны. Победителей ждет целый год личных карьерных консультаций от топ-менеджеров крупных компаний и выдающихся государственных деятелей. В этом году наставниками выступят 94 человека. Третий сезон особенный, в нем появились новые дисциплины – наука, здравоохранение, финансы и технологии, что позволит отобрать успешных управленцев для этих сфер. Конкурс считается отличной платформой для региональных лидеров. Стоит отметить, что в первом сезоне конкурса в число финалистов вошел один человек из Чувашии. В прошлом сразу 14 человек вышли в окружной полуфинал. Конкуренция высокая, система социальных лифтов пользуется спросом. Например, 150 участников предыдущих конкурсов получили повышение. Двое стали губернаторами, а еще четверо заместителями федеральных министров. Регистрация идет на портале лидеры-россии.рф. Последний день приема заявок 27 октября.